Всех привет, друзья, на этом канале. Это Булат, курс доллара на сегодня 92 рубля, курс евро 99 рублей. Только что Минфин сообщил о покупках валюты. Вчера же Центробанк сообщил о том, когда будет ослабевать хватку по рублю. Также правительство дал новый прогноз по экономике, и другую важную информацию. Давайте разбираться и с моими прогнозами по рублю, и с информацией, как это все повлияет на рынки все особенности в России и также захвате мировые рынки. Итак, ставьте лайки под данным роликом и поехали. Нефти... О нефтегазовых доходах и проведении операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке сообщил Минфин только что. Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федеральный бюджет прогнозирует в апреле в размере 128 миллиардов рублей, что является, в принципе, пока что нормой, но суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема от базового то есть, получается, составил 107 миллиардов рублей за счет превышения фактических поступлений по налогу на дополнительный доход по итогам 2023 года на ожидаемый объем, сообщает Минфин. И получается, совокупный объем средств направляемых от этих средств на покупку иностранной валюты и золота составляет 235,3 миллиарда рублей. То есть операции будут проводиться в период с 5 апреля, то есть уже послезавтра начнутся, по 7 мая 2024 года, естественно, выходные не будут они ничего проводить. И, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 11,2 миллиарда рублей. В принципе, оценивая текущую ситуацию, это не такой большой объем. На текущем рынке мы видим боковик в виде треугольника. О нем я также сообщал в своем телеграм-канале. Поэтому здесь я повторяться не буду. Чтобы все это вы знали, нужно подписаться, зайти по ссылке в описании, закрепленный комментарий, там все это будет. В итоге мы получаем ситуацию, что 112, точнее 11,2 миллиарда рублей – это не такая большая сумма, поэтому она, в принципе, не должна вас пугать именно говорить о том, что она обвалит рубль, то есть обвал рубля будет обязательно, то есть, но не в этот момент, и апрель вообще не такой уж и плохой месяц для рубля, но обязательно это будет, и чтобы это не пропустить, обязательно подписывайтесь на данный канал и ставьте колокольчик, чтобы все это выходило. И также вот сейчас прямо отчитывается Мишустин в Госдуме и сообщает то, что исполнение расходов федерального бюджета в 2023 году, то есть от Минфина приблизилось к 100%, что является лучшим результатом последних лет. Вы знаете, что до этого мы разбирали ситуацию, то, что любит играть красивую мину при плохой игре. И даже если у нас было бы сейчас плохое исполнение, в любом случае отчет был бы такой же у Мишустина в данный момент. Поэтому получаем такую ситуацию. Мишустин также назвал инфляцию одним из главных вызовов 2023 года. И поэтому мы получаем ситуацию, что ставку снижать не будут, получается, еще полгода. И Набиулина сказал вчера депутатам, что будет снижать ее только во втором полугодии. Поэтому тогда, возможно, мы и получим ослабление рубля. То есть, получается, ослабление рубля будет, как я говорил, и будут обвалы, не волнуйтесь. Все это будет особенно озабочен в многих комментариях у меня. И кто еще не подписан, подписывайтесь и в комментариях, пишите свое мнение. Потому что важно ваше мнение, но токсичные комментарии, естественно, неприемлемы. И получается то, что мы ожидаем также отчета на Биулина в Государственной думе. И сегодня же еще важный отчет на Биулина должна выдать о, о том, сколько экспортеры Вваливают в рубль сейчас, то есть, точнее, в, в стакан курса доллара э валюту для поддержания рубля. Мы это, конечно, оценивали в своем телеграм-канале, поэтому, чтобы это не пропустить, подписывайтесь. Обычно на таких заседаниях Набиуллин мало что интересного рассказывает, но бывают такие очень знаменательные моменты, например, то, что она сама даже признавалась по недвижимости, что разница между первичкой и вторичкой достигает около 40%. То есть до этого, конечно, мы не то чтобы догадывались, мы это все прогнозируем, мы это все с вами прекрасно знали, но в открытую вот о таких проблемах никто до этого не говорил. И о других проблемах до этого не говорил. И поэтому, возможно, на ближайшем именно заседании и Набиуллина расскажет о таких проблемах. И Мишустин тоже признается, и его не во всем устраивает результат борьбы с инфляцией, хотя Кабинет министров занимается этой проблемой постоянно. И говорит он, есть вопросы, которые всегда находят в центре внимания правительства, мы работаем над ними постоянно, но далеко не все результаты нас устраивают, говорит Мишустин. То есть получается недовольны текущей работой, но в любом случае мы сейчас вот в данный момент обвал рубля не получим. То есть все, наверное после моего прошлого прогноза ожидали обвал рубля прям после именно сразу же после выборов кто-то ожидал кто-то ожидал возможно после постинга но такого не бывает то есть все происходит постепенно дождитесь своей очереди так скажем не все бывает так сразу и как оказалось многие россияне бросились скупать автомобили что, впрочем, я так же до этого в прошлых роликах говорил, что это правильно. То есть, если что-то нужно покупать, обязательно берите. То есть, там уже, конечно, лучше отсеивать какое-нибудь ну, фуфло полное. Но получается то, что покупатели автомобилей пытаются обогнать отмену скидок сейчас. И к концу марта ажиотаж на рынке приблизился к уровню февраля 2022 года. Дилеры и аналитики говорят о росте эмоциональных покупок машин. То есть, получается, многие покупают эмоционально. Но это не совсем-таки правильно, то есть нужно покупать все-таки машину по нужде, это не объект инвестиций, так скажем. Покупатели опасались удорожания автомобиля с 1 апреля из-за изменений правил ВОЗа и стран ЕАЭС и потенциальной волатильности курса после выборов президента Российской Федерации, а также отмены скидочных программ. Получается, видите, как влияет даже вот этот ажиотаж о том, что сейчас обвалится, сейчас после выборов все обвалится, и люди бегут просто эмоционально скупать машины. Представьте себе ситуацию такую то, что настолько людей затравили, настолько людей, так скажем, уже страх подняли, что люди уже просто не верят, в то, что 17 после 17 марта выборов 18 марта не будет обвал, то есть они ожидали, что 18 марта обязательно рубль обвалится, цены подскочат в полтора раза, будет дефолт и всякие всякие проблемы, то есть, ну, не верьте таким дилетантам, уверяю вас, но не будет таких прогнозов даже тогда, когда все ожидают одно обычно бывает наоборот. Поэтому вот в таких, такие варианты я именно пишу в своем телеграм-канале вариант о том, что рубль укрепляется. То есть рубль укреплялся, мы видели точки для покупок. В начале марта я говорил о том, что здесь хорошие точки для покупок юаней. Как видите, после этого рубль вырос еще на несколько процентов и сейчас находится притертый уровень 93,3% ситуация с долларом здесь может быть такая же, прям аналогично, как с машинами. То есть, если вы покупаете доллар эмоционально и бежите на хаяк когда-то, например, по 104 до этого прошлой осени, по 120 в 2022 году, то вы проиграете в любом случае. Ну, если вы, конечно, не удержите 5 лет, ну, конечно, это для вас будет сложно. Если же вы это делаете по нужде, то есть по чуть-чуть, каждый месяц, на каждом снижении, то вы уже в плюсе, грубо говоря, сейчас в данном положении. И также с машинами. Если вы покупаете ее для себя и смотрите, ага, а машина выросла в два раза по стоимости, ну, значит, вы в плюсе. А если вы бежите покупать машины например, 5 штук купил человек машины, ну, где их хранить, как делать то, они гниют, стоят, естественно, это все плохо. И также и на рынке получается. Я просто привел такое сравнение, потому что я обычно объясняюсь какими-то сложными терминами, многим они непонятны, но здесь просто сравнил ситуацию, и она действительно таки похожа с автомобилями. Еще один пример плохой игры, так скажем, о том, что Мишустин также говорит, то, что у российской экономики есть все предпосылки, чтобы войти в четверку крупнейших в мире. То есть была поставлена задача, и сейчас он, они эту задачу решают, типа того, и уже отчитывается о том, что есть предпосылки, мол, то есть уже, уже хвастаются. То есть, грубо говоря, еще не наступил, но уже идет хвастовство о том, что вот-вот это наступит. Ну, конечно, это очень Скоро, конечно, об этом говорить. Также Миш, он говорит, то, что безработица в России к концу 2023 года сократилась до 3%. В ЕС этот показатель выше в два раза. То есть он хвастается то, что в России безработица в два раза меньше, чем в Евросоюзе. Но о чем он говорит? Вы же сами прекрасно понимаете, за счет чего это безработица. Люди от безденежья идут сами знаете куда и просто-напросто там проваливаются. И этих людей нет, вычеркиваем из списка, прям как в анекдоте. Mayday, Mayday, я терплю крушение, что, что мне делать, сопрещать диспетчеру окей, диспетчер говорит, окей, я вас вычеркиваю, так скажем, из списка. Маленький анекдот, но то же самое здесь получается, то есть э, я, я, со мной все плохо, и получается я вас просто вы, вычеркиваю из статистики и говорю, что как все хорошо, то есть также отчитались о том, что, например, взлетело 100 самолетов, упало там 3 самолета, но 97 приземлилось, и мы отчитались о том, что у нас самый низкий объем так скажем, полет в самолет. Но это тоже бред. Что вы думаете, также напишите в комментариях. Еще одна из причин, почему вот обвал вы не увидите прямо сейчас, прямо здесь и так далее. Вот в комментариях, наверное, очень много в прошлых роликах ждали прям обвал после моего ролика, наверное, сразу же. Нефть. Одна из причин. Посмотрите на нефть, как она растет. Усилия ОПЕК плюс дали о себе знать. Только за прошедшие там два месяца выросла на более чем 15% нефть. Если мы сейчас берем апрель, то в принципе, вот даже если смотреть прошлый год, 23 год, апрель выросла нефть. А в 22 году она была на хаях нефть. До этого также. То есть нефть росла. Вот видите, даже здесь она росла. И в 21 году она также росла нефть. То есть здесь предпосылок для балла нефти нет на данный момент, поэтому усилия ОПЕК плюс оправдываются, нефть растет. Рубль, соответственно, не будет падать в ближайшие недели, дни, так скажем, но упадет обязательно. То есть получается вот такая ситуация. Чтобы все не пропустить, все эти факторы также подписывайтесь, ставьте лайки под данным роликом. Поэтому нефть в данный момент будет расти, усилия оправдывают себя у ОПЕК+. И мы можем наблюдать ситуацию, то что возможно мы увидим новые точки для закупа долларов.